Накануне мы рассказывали, как люди получают гранты для того, чтобы развивать свое дело. У нас в студии гость. Вот его студия реабилитации помогает людям. Александр, это инструктор-реабилитолог, правильно, Саша? Да, все правильно, инструктор-реабилитолог. Саша, скажите, что вам удалось приобрести или получить вот на этот грант? Нам удалось приобрести достаточно дорогостоящее оборудование. Финансов у нас таких не было. Я длительно работал в городе Москва фитнес-тренером. Насмотрелись на все модное, красивое. Да, современные технологии присутствуют. И увидел, что есть отдельные студии, использующие костюмы. То есть это не просто пойти в фитнес, да, чтобы подтянуться, подкачаться. Это для тех, у кого действительно проблемы какие-то со здоровьем. Практически верно, но там они специализируются также и на снижение веса, специализируются также на укрепление мышц. То есть это как альтернатива фитнесу, можно сказать. То есть студии начали открываться, люди ограниченные во времени, за 30 минут получают такой же результат, собственно говоря, трата калорий, как и за час-полтора в зале. За счет того, что одна секунда прорабатывается практически все крупные мышечные группы одновременно. Похоже на работу в огороде. За счет этого оборудования или что? Да, за счет оборудования. То есть вот я принес костюм показать. Мы видим, что здесь есть провода. То есть это целый жилет. Вы бьете током. Провода подключаются к оборудованию. Оборудование подключается к компьютеру. По средствам проводов передаются токи разной частоты, разной глубины, разной силы. Электроды прикрепляются к телу. Под костюмом здесь находятся у нас электроды. Вот они, электроды. Провода как раз-таки к ним крепятся. И, их очень много. Да, собственно говоря, они на все мы крупные мышечные группы. Смотрим, это квадрицепс, бицепс, бедра, то есть бедра. Это жилет, а это как шорты, да? Это как шорты, да. Ягодичная, разгибатели спины мышцы, широчайшая мышца, вот электрод, трапециевидная, грудная и мышцы брюшного пресса. То есть крупные мышцы и одновременно, получается, выполняя любое физическое действие, сокращаются все вот эти крупные мышечные группы. Угу. А любое сокращение – это трата энергии, и получило такое широкое распространение в области альтернативы фитнеса. То есть, да, повсеместно начали открываться такие студии в Москве, и люди занимались. Но очень, да, проблематично было найти профессионала. Почему? Очень сложно контролировать и уровень физической развития. Хочется тока побольше, наверное, дать, и веселее самому профессионалу. Да, то есть здесь в чем особенность? Тут не просто лежишь и даешь ток. Здесь нужно еще давать упражнения. А давать упражнения необходимо учитывать уровень физической подготовленности того или иного клиента. Или то есть соблюсти баланс. Да, и уровень тока дать, чтобы он смог, да, справиться. А разная мышечная группа способна пропустить через себя разные токи. У вас были неудачные тренировки? А, нет, у нас неудачные. Недовольный клиент. Когда вы ходили с угольком. Нет, пока такого не было. Надеюсь, и не будет. То есть мы очень качественно подходим к каждому пациенту, который к нам приходит. Учитываем его уровень физической подготовленности, подготавливаем его и начинаем с минимума. И постепенно, учитывая, да, его противопоказания, то есть очень много людей приходит именно с проблемами со спиной. Вот смотрите, Саш, я так понимаю, можно разделить работу вашей студии на две части. Одна – это те, кто хочет подтянуть фигуру, держать себя в форме, а вторая часть, вот как вы говорите, приходит с проблемами. Вот с какими проблемами люди обращаются? Потому что все-таки реабилитация, да? Да, первая проблема, вот что касается, это красивой фигуры. Скорее, мы не работаем в этом ключе, то есть мы специализируемся строго на восстановлении. Специализируемся на реабилитации. После каких-то травм, операций восстанавливаются после этого. Да, то есть перелом, человек, может, футбол играет, либо там где-то на дерево залез неудачно, упал, получил перелом. Как правило, после перелома, да, накладывается гипсовая повязка за 3-4 месяца. Пока носится, да, обычно, если это крупная, да, там, бедренная кость, мышцы атрофируются.
мышцы атрофируются, и если у кого был перелом, то знает, да, снимает повязку. Ну, мы все-таки, ну, раз она... мы не нужны, мы отдохнем. Да, да, и она меньше в объеме, посмотрим, и руки меньше, предплечья меньше. То есть то, что меньше. Кость срослась правильно, этого еще недостаточно. Нужно после этого еще как-то все восстановить разрабатывать. Лечебная физкультура, по-моему, да, называется. Да, то да, есть да, этим дальше. Вы всем занимаетесь. Лечебническая культура, восстановить нормальную функциональность мышц, то есть длительное время они выполняли, они атрофировались, и это можно самостоятельно выполнять, но уйдет гораздо больше времени. Uh-huh. То есть здесь за счет правильных упражнений и правильную работу при подаче, да, электроимпульсов осуществляется более скорейшее восстановление. То есть человек вернется к своей трудовой деятельности гораздо-гораздо быстрее. Собственно говоря, в этом и есть определенный смысл. И как костюмы появились, да, это вообще в еще 70-е годы использовали для восстановления космонавтов. Ну, они часто находят, как в невесомости, возвращаются, да, на Землю, мышцы. А здесь земное притяжение, да, и там тоже мышцы расслаблены. И они когда, да, ходить не могли, удерживать корпус, мышцы настолько слабые были. И, соответственно, ученые придумали, да, как максимально быстро восстановить. Давайте их бить их током. Ну, это все космические технологии, но мы знаем, что есть еще старые, проверенные, да, для домашних условий. Вот я вижу, вы принесли нам какой-то инвентарь, расскажите, что это вообще. Тут тока я не вижу, никаких аккумуляторов. Собственно говоря, здесь токи не нужен. Достаточно этого приспособления. Балансировочный диск. Дома можно его использовать. Можно использовать и тренировать детей. Видим, что особенность – это пупырышки там есть. Необходимо стопой, босиком становиться. И одновременно удерживая равновесие. Равновесие очень благотворно сказывается на работе мозговой деятельности, умственной деятельности. Пупырышки воздействуют на стопу, а мы знаем, что в стопе... Детям делают даже специальные такие в садиках камушки, каштаны, они по ним ходят, или папа ночью идет по лего, да, если ребенок забыл собрать. Да, и, собственно говоря, более 70 тысяч нервных окончаний на стопе, и мы благотворно еще и воздействуем на нервную систему. То есть это все и для детей, и для взрослых, если купить себе дома, там, сколько нужно заниматься дома? В день достаточно до 5 минут удерживать равновесие, до 5 минут, и проблемы и с вестибулярным аппаратом сразу уйдут на нет, и мышцы в тонусе будут. То есть, собственно говоря, можно очень никакие упражнения вещь. Делать, просто достаточно стоять, да, 5-10 минут, и будет уже результативность. А если мы говорим о проблемах с позвоночником, я очень многое слышу, даже от молодых людей, у кого-то грыжа, у кого-то вот сидел долго, устал, защемил и так далее, сам иногда страдаю тем, что вот пересидишь, это кто же к вам, ваши клиенты? Да, работая тренером в Москве, фитнес-клубы, загружаемость одного фитнес-клуба, это от 2 до 5 тысяч клиентов в одном клубе. И когда ты работаешь в тренажерном зале, а 70-75% людей приходят с ограничениями. Это современный образ жизни, малоподвижный образ жизни. И большинство, конечно же, это грыжи, сколиоз, протрузии. И необходимо было с ними работать. Да, и образование мое как раз-таки физическая культура и спорт, со специализацией физическая реабилитация, ЛФК. И пригодились мои знания в этой сфере. Начал экспериментировать. Да, вот тогда были, конечно же, и удачные, неудачные опыты, конечно. Хорошо, что к нам вы приехали. Да, накопленным. Конечно, вернувшись уже, есть своя специфика работ. Свое понимание, индивидуальный подход, каждому учитывая огромную структуру особенностей человеческого организма с точки зрения того, что мы все, вроде анатомия одинаковая, но характер у всех разный, начиная от уровня физического развития, заканчивая именно степенью тяжести. И вы каждому находите подход, да? Абсолютно. Обязательно. То есть только индивидуальный подход даст результат. Мы не можем брать общую программу и выполнять те или иные действия, результат будет гораздо ниже. Поэтому здесь мы участвовали в гранде. Пришла идея такая, что мы можем использовать не только для улучшения фигуры, но и использовать в качестве получения результата и улучшения качества жизни
наших, да, граждан. В заключение хотел бы сказать про, да, современные технологии. Это вот такие, казалось бы, компрессионные носки, да, но на самом деле это специальные такие электроды, которые одеваются на стопу, на голень, и посредством тока осуществляется сокращение мышц, связок и сухожилий. Там где-то проводочки внутри проходят? Внутри проводочков нет, вот специальная, да, кнопочка подключается сюда. А, они проводят ток? И они полностью проводят ток, да. И одновременно подается сигнал, и человек, да, делает круговые вращения стопой, расслабление, сокращение мышц, и, соответственно, происходит более скорейшее восстановление. Это то же самое, только для... А это для... наколенник, то же самое наколенник, да, после операции, крестообразные связки, может быть, мениски, да, травмы коленного сустава, активная такая гимнастика, и, соответственно, более скорейшее восстановление. Это тоже все в вашей студии практикуется, да? Да, да, практикуется, и достаточно успешно, есть уже результаты, да, в течение месяца люди забывают про боль, возвращаются к нормальной жизни, и, конечно же, ну, это приносит огромное удовольствие нам, специалистам, видеть, как улучшается качество жизни всех наших клиентов, которые надеются на то, что все-таки вернутся в нормальный образ жизни. Да, спасибо большое, Саша. Спасибо, что помогаете людям. А мы двигаемся, друзья, дальше. Все группы мышц прокачать поможет не только тренажерный зал, но и, например, сбор черешни. Сейчас самый-самый сезон, появилась первая черешня, которую ждали очень долго. Подробности в нашем сюжете.